Я говорю бэт. Найс. Все понял. Ребят, всем здорово. Мы решили погода летная. Пинбол улетный. А то, знаешь, все мы на нем отыгрались после игры за антимага. Ёбы твои чужие. Матюх, да. Ты не играл пинбол? Ни разу. Покажи, какие ожидания у тебя? Посмотрим, будет весело, мне кажется. А у тебя? У меня хорошие ожидания. Ты точно на пинбол приехал, фермер? Чё? Да, все. Ты играл как пинбол? А ты запись нажал? Да. Конечно, я разъебал всех. Ты всех выиграешь? Конечно. Вот так. Почему Лукаша отказался играть в пинбол? Ну, объективно. I'm pussy. Отъебали? Да. Мне в голову просто... Бля, мне в жопу попало, пиздец. Да? Друга, блядь, ты мой, ты просто... Я говорю бэт! Я говорю бэт! Я в соло. Да. Хорош. Да. Мэти лучше. Бля, коса. Вон Мэти тоже. Ну, в меня ни разу не попали, я не знаю. Я с Сейвовым поиграл. Ни разу не попали. Ты пиздец, Сань, ты сидишь. Что происходит сейчас? Надо в команду не нужен. Это творчество? Тебя убили в прошлом в этом раунде? Я первый, наверное, даже умер. Мы выходим в оба и говорим, сдавайся. Оба. И потом отходим обратно. Среди чужих тем. Мне в первом раунде вообще, типа, ну, в глаз, половину глаза вот так в краске. Упал не больно? Сданулся нахуй на живот просто. Но ты где-то вот с такого расстояния, да, упал? Ну, плюс-минус. А я перепрыгиваю, думаю, сейчас, блядь, и ты, с флагом ты носком, пробегу. Я видел, я, к сожалению, я запнулся нахуй. Да, просто, ты именно носком, да. Вот последним, типа, задел. Я вот уже думаю, ебать, фришка, сейчас побегу и пизданулся просто нахуй. Мне еще и в голову попало в этот момент. Тут, блядь, Каиму привыкнуть еще надо. Я вот под конец третьего раунда уже разошелся нахуй, обстрел просто сравнить жесткий начал. Бля, я вообще тебя даже не заметил, бля. Кровь? Да, чуть-чуть, это этот, когда в голову прилетело, тебя чуть-чуть подкровило. Да похуй. Я уже просто человек 10, наверное, просто завалил. Я начинаю угорать, говорю, ебать, у меня сафари тут просто. У меня патроны заканчиваются, я кричу, помогите хоть кто-нибудь. Потом, блядь, кто-то очень хитрый по ногам начал стрелять, и мне попало в лодыжку. Мне интересно. Интересно? А это то, что тебя покрасили прям в цвет, прям в цвет. Да, ну это спасибо. Ой, посмотреть, что там, и Виталий стоит вот так вот по мне не стреляет, типа в других целях. Так я не вижу. Я по яйцам просто въебал. А нахуй ты по яйцам? Я случайно. Я начинаю пушить, я просто мне в голову Саня дает прям в упор практически. Друзья, всем привет. Сегодня на Бэтбумдаче играется турнир 1x1. Правила простые. До двух смертей, либо снесенного таура, либо по крипстату... по прошествии 15 минут. Призовой фонд турнира 100 тысяч долларов. Первое место забирает 50. Пожелаем им удачи. Гранаты, если ты его разъебешь на первой пачке по тычкам... Я его разъебу на первой пачке по тычкам. Ну, может, он тоже шарит. На ком вы играете, поэтому? На пуджах. Егор, он пикнул ликаны, ЛД и Беста. Меня нельзя назвать матч. Это банворд. Я отучаюсь, ребят. Скоро он будет просто мотик.
Матвей Миеро. Мэтью. Играл против наш Фабиана. Мальчик, да. И мы сейчас узнаем. Да я уже узнал все. Как? Он его стер. Стер. Написано, что он его стер. Какие эмоции? Изи было или только второй раунд. Изи было или нет? Ну, было изи, да, на самом деле. Ну, мы тренились с моей командой. Ну, у меня чело попотнее, короче. Вот. Кто у тебя на поджестом задал в команде? Виталя, Саня, ну, Данек. Ну, все пацаны нормальные. А с какого момента начинаются игры на арене? Кто? С какого момента начинаются игры на арене, Сань? 1-1. А основной четвертый сложный относительно соперник для меня. Это Веталь. Веталь. Говорят, что ты сложный соперник. Все, next. Кто у тебя next? Ори. Ори? Ну, наверное, Ори. Я next Ори. Знаешь, какой у меня был КС, Егор? 75 на 28, у него 63 на 12. Он АФК стоял еще. Он АФК встал, да. Я его подловил на этом. Ты был это, Данек, сдался. Начал на финде хорошо играть, конечно. А вот 52 мультов. Все, сидит, у него 1000 игр на пакет. Батюк, посмотри на КС. Ну, блядь, на 20 кирпов мне привезено. Конечно. Еще бы на ВСах играли с ним, блядь, вот это два героя его. Да, на ВСах надо было, мать. Надо было на ВСах с ним играть. Реально были бы шансы. Да Серега выиграет, блядь, и так успокойся. Издевайтесь, блядь, Серега просто за каждую Хлебаеву удалит нахуй. Ебать, Алла Ебанова, пиздец, блядь. Вышел нах. Найс. Пиздец, я так хуя выиграл. Найс, мячи. Это пиздец, как я хуя выиграл. Шансы были, ребят. Я пиздец сыпаюсь, я чего уничтожил. Но я так хуя выиграл. Пиздец. Типа ты убивал Виталий, чё? Да нет, бля, да я мог же вначале до него трейд не идти там. Я прихожу на первую пачку, даю ему дальний, я потом не могу в среднем попасть, это пиздец. Это просто на кайму. Это наш гуль. Найс! 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 Бэт! Бум! Друзья, мы с Данилом съездили, пообедали и сейчас двигаемся в сторону арены для плей-оффов, для игры в стадии плей-офф 1-1. Best of 3, да. Игры будут проходить уже в формате Best of 3. В данный момент как раз, кстати, сейчас Виталий еще доигрывает свою серию на пуджах. Возможно, он тоже будет играть на арене. Поэтому мы сейчас едем туда. У нас игра у Данька через 20 минут. Как у тебя настрой на игру? Будем ебать. Best of 3 будем что делать? Выигрывать. Выигрывать. Вот такая вот надпись. Отомстил за Торонточа. Я подозреваю, что там вот стоит Виталий Сейф Мельник, а здесь стоит его оппонент. Ну, все заблюрено, короче. Я вам просто говорю, что Виталий выиграл свой матч, и он тоже придет сюда. В 4 часа у него Best of 3 серия. Не знаю против кого, короче, но узнаем попозже. Абсолютно, мне кажется, оправдано, да, что коэффициент именно на паках примерно постарались сравнять, да, потому что вот, вот сейчас... Опа, ошибка ли это? Вот по таверам ГПК, это важно. Да, скоро да. Шифт будет, скоро шифт и будет, сейчас бойл закончится. На самом деле. И орбик. Был неправ, парни, был неправ. Вот то, о чем это я паки, говорил, да? Это вот, паки. Если ты стоишь под вышкой, это супер важно. Вообще нельзя размениваться под вышкой, если что. Сразу же ТП до базы восстановить все ресурсы, на арбе, чтобы быстрее вернуться, куплена ботинок, куплена перчатка. Перчатка невероятное преимущество по КС уже будет и по харасу. Занимал? Сошли. Дэниел, GPK, Daniel. Скутин, проходит в полуфинал турнира. Полуфинал уже? Ну, четвертьфинал. Сейчас ниша играть. Да, полуфинал. Самая потная игра будет Best сейчас. Best of 3. Короче. Сейчас вот будет игра, если я ее выиграю, то я в финал пройду. Ой, то я выиграю турнир уже. Потому что, а ты и в финале с Мельником? Там не сильный соперник в финале уже. Ну да, как будто бы. Короче, следующая игра самая потная. Ну это такая была. Короче, по второй карте на самом деле никаких вопросов. Ну, у меня, по крайней мере.
карта, но она была, кстати, достаточно close. Там, у него close, у него крипа. Хорошо все было. У него в три крипа разница была, примерно. Хорошо все было. Типа, по динаем вообще, что у тебя, что у него очень слабо. А вот по первой. По первой интересно, что произошло, и что ты в моменте начал там варды расставлять, варды добивать. Я на самом деле в первой игре, короче, я его ебал. Да. Но вот у меня проблемка есть войти, вот на финдах тяжко поддается. Ага. Типа вот я вот не играю, я на финдах заканчиваю обычно рано, а тут меня чел подъебал, типа, и в моменте такой думаю, блядь, уже нелегко. Надо. Уже нелегко. А ты думал, что надо, типа, тянуть до 15-й? Бля, так я хотел тянуть до 15, но я ошибся уже, и уже да. там нихуя не фришка уже. Уже не фришка. Может, надо было просто АФК вставать, пушить пачку и себывать нахуй. Ну да, ты же просто два кайла кидаешь, назад отходишь, два кайла, да назад, ну типа. Ну после смерти можно было так уже играть. Ну короче, у тебя там было, ну, в крипов 25, наверное, преимущество. Ну да. Что-то такое. Ну и ты чувствовал прям, что... Я чувствую, что там зелё пухом уже. Что больше. И в моменте вот этот последний койл. Это вообще, я сидел, я в ахуе, думаю, блядь, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась, там мы вдвоем вот так вот начинаем, я думаю, ебать, кто же выиграет, пиздец. Он хочет вард у него сбить? Или он хочет притвориться дураком, что типа, это крипы, а не я. Но так же оно неправильно. А работает ли это так? Может быть, пока не поздно надо синтрю ломать? Негодяй. Пока не получил поражение на первой карте. А получит ли он, если крипы сломают? Ну, конечно, получит. Да ты смотри-ка, ты смотри-ка, крипы просто сломали. Типа, действительно, у нас есть правило не ломать именно, да? Самому. И именно опсы, да? Но надо и сейф пишет про опс. Данек, шансы есть в этом? Нет. Короче, как? Я должен был выигрывать все три игры. Ага. Первая игра на линии, она была фришной. Начал ставить центр и просто крипил. Ну и как ты, кстати, отреагировал? Не, я видел, что ты писал, типа, я по опси. Я по фану-чат написал, типа, опс, xd. Ага. Далее. Я все три игры должен был просто выиграть без шансов. Чел в первой игре ставит центр и крипы ломают мой опс. И в третьей игре я на паке АП 6, я просто ставлю койл и бездарно арбу отдаю. Вот просто. А потом, типа, я пытался играть на разреп на килл, а потом я по итогу проебался, и все, у него даже КС уже выше, чем у меня. Он сбил тебе кларити фласку, да, Крылов? Да, суть не в этом. Там, я не знаю, он еще берет 4 брейсера, а я играю на ПТ вот с двумя брейсерами. И там как будто бы это не фейворит. Я играю, я даже на линии, где чел мне сломал лобс, я должен был выигрывать. Я в конце бегу за ним, и у меня не хватает, мне 10 маны не хватает на драгонслейф. Я манго жму, и мне не хватает. Ты ему говорил что-то после первой карты? Я ему сказал после первой игры, типа, ну, типа... Зачем так делаешь? Типа, зачем ты ломаешь лобс? Ну, а чел мне на серьезном ебаре говорит, ну, таковы правила, типа, я пользуюсь правилами. Бля, до сути, турнир один на один, изначально в скилле, по крипстату, ну, по тычкам, по, ну... А чел просто берет, ломает опсул и получает голду и экспу. Это уже типа дисбаланс, нет смысла играть. То есть изначально, судя вот этого турнира, тогда с такими правилами, ну... По правилам, якобы, ну то есть в правилах написано, что ты не можешь добивать вард. И он просто ставит центряк, и его опс ломают крипы. Ну да. И он типа на серьезных щах такой, ну потому что как бы в правилах не сказано, что ну, блядь, нельзя если ставить чел, нет, если чел регается на турнир один на один, и потом выигрывает за счет того, что он ломает опс абузом, блять, то удачи ему в жизни. Не, ну слушай, типа, учитывая, что ты игрок на позиции 4, занимаешь, ну, на турнире, где реально все 100% потели, большой призовой фонд, ну, как бы, все замотивированы показать, типа, лучшую игру, ну, как бы, ты занимаешь 7-8, ну, это тоже неплохо. Ты до этого, подожди, кого обыграл? Да, я обыграл не сильных игроков. Обыграл FY и Снекинга. У меня, как бы, фрисетка была. Я, ну, не, короче, автить. Я не имел права, типа, влетать экран в моей сетке. 2500 долларов. 2500 долларов. На что ты потратишь? Свои деньги с призовом. Да, ни на что. Этот, ну, короче, ты говоришь, что ты в тильте, а я думаю, что ты в меньшем тильте, чем Санек. Согласен ну, с таким утверждением? Я в меньшем тильте, чем Санек. Но я хотел сыграть против Данька в финале. Потом сказал, я бы выиграл, если не дисквал. Так и есть. Можно что-нибудь такое сделать тогда. Прикол. Все. Все. Дядя. Да. Да, Даня посчитал лучше. Понимает, да, сколько у него. Ну такой вот, такой исход нас не устраивает. Нам нужна битва за рубов, подпольная все-таки. Подпольные бои они должны заканчиваться именно киллами. Сейчас будет как обычно дил. Проебало, все, ты что мог, можно. Ты мог два раза реально убить. Комментарий будет? А из-за мясов ты реально не убил? Это по факту. Да уж.
эмоции, чувства, мысли, комментарии. Русский, но, в принципе, похуй. Не, но соперник стоит как бы отдать должное. Нет, ну, самый сильный соперник, он выиграет, скорее всего, без шанса в финал. Это игра за победу на турнире была. Это была игра... На Линах решили, кто выиграет турнир. Но должно быть правило, без Андрея мы с Нишей договорились, что мы с Андреем не покупаем. Ну, нахуй вообще делать правило, что нельзя ломать опсы. А если, блядь, не добиваешь не ты, то ломаются опсы. И бейсы уже придумали. Не, ну короче, сентрики можно покупать только в случае, если у героев инвиз есть, правильно? Да нет, короче, так нет героев с инвизом, блядь, купите досты против Мирана, да и все. Че, ты, кстати, готов? Против кого мы играем? Ты, кстати, рад? LGD. Против LGD Gaming. Да. Ты готов? Рад? Да похуй. Орел, свеж, молод. Со всеми готов играть. Привет. Как ваши дела? Все хорошо, у тебя? Нормально. Это Егор. Егор. Очень приятно. Это первый человек, который поставил ник Дора Дура. Бешута. Еще бы тогда никто не знал. Мало кто знал. Никто не знал, и это он. Привет. Вот это наши вот такие будни примерно. У нас в Белграде дом, там плюс-минус то же самое. У нас как бы тренировочная комната, играем, готовимся к играм, как бы, и вот будни за компьютером такие. Жестко. Вот. Вы встаете? Ну вот. Да. Ребят, вам вопрос. Виталий, встаешь? Да я нормально. Они всю жизнь мечтали играть доты, и получается это деньги. Да, уже привыкли. Короче, Данек хотел вчера спеть новую песню, но постеснялся. А потом жалел весь вечер, что он с тобой не спел. Я наизусть знал песню, может, сестра. Да, Егор послэмил. Да, это да, слава не фан за вас. А кто тут фанат Аллбуак и Аллбуак? Аллбуак? Данёк. Это Данёк. Мы с ребятами решили подарить тебе именную джерси Bad Boom Team. Вау, это ж прикольно. Это тебя. Спасибо большое. Буду теперь самой крутой. Знаешь, что за компьютерные игры что-нибудь? Или так вот? Знаю, пудж, на мид и тильт. В принципе, все, что надо знать. Своего это уже достаточно. Да. Все такие милые, но в плане, я думала, что дотеры очень токсичные. Знаете? Ну, когда они в игре, они токсичные. Да? Да. Ну, то есть там уже другое, да, убивает. Самое доброе. Угадай, тут вот самое нереально токсичное. Почему-то мне кажется, что это ты. Удачи, большой удачи. Я очень удачливый человек. И победы, конечно же. В этой комнате только победители. Я 2D персонаж твоего подсознания. Пригласи меня на интернет-свидание.